На портал XGET поступают вопросы, и мы с вами на них пытаемся ответить. Я-подросток, пишет нам вопрос, наш слушатель, интернет-слушатель: как перестать смотреть на женщин и девушек с вожделением. Вопрос, в общем-то, не праздный, особенно на нашей земле, где нас по свидетельство, наверное, всего мира, окружают самые красивые девушки и женщины на нашей русской замечательной земле. Христос предупреждает нас с вами, что тот, кто возрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце своим. И наш читатель, наш подписчик это знает, видит, понимает, и всячески, видно, этого остерегается. Хранить свой взор от совершения греха – это неотъемлемая часть нашей с вами духовной жизни. Христос в Евангелии говорит нам, что если наше око будет светло, то все тело наше будет светло. А если наше око будет темно, мутно, то и все наше естество, вся наша жизнь будет темной и мутной. Человек, хранящий свое зрение, он хранит не только свой глаз, и в первую очередь не глаз хранит, а свой ум, который сподвигает человека на разные и подвиги, естественно грехи, внешнее раздражение, внешнее воздействие на человека очень важно для будущей жизни человека. Научиться противостоять этому раздражению, научиться противостоять похоти АЧС, когда человек, с, казалось бы, с восторга от красивого образа потом переходит к блудным каким-то рожениям, к блудным каким-либо действиям, не приведи Господь уже, если до этого доходит, то первопричиной всего этого греха становится, казалось бы, невинный восторг от прекрасного и милого и доброго лика по отношению к другому человеку. Мы с вами должны прекрасно понимать, что если человек начинает восторгаться только внешним, то очень часто внутреннее до него так, в общем-то, и не доходит. Содержательная часть того или иного человека, или предмета, или даже, в общем-то, книги, это бывает для него закрыто. Если человек только восторгается, чем-то внешним, ну, допустим, какая прекрасная обертка у этой конфеты, и так далее, и тому подобное, то когда он разворачивает эту обертку, может быть быть большое разочарование, что в эту обертку завернули. Восторгаясь, Внешним мы в первую очередь должны видеть и думать о внутреннем. Внутреннее содержание ⁇ это интеллект, внутреннее содержание ⁇ это то, то позиционирование себя в окружающем мире, те привычки, те особенности, которые человек к себе привил и в себе, в общем-то, воспитал. Так что я желаю вам, дорогой и умный наш читатель, внимательный читатель, быть осторожным с проявлением во внешнем мире тех мыслей и вожделений, которые очень часто борют нас и борют в не очень положительном и хорошем направлении. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео.